Хей, йога, если мы шмоки, мы продолжаем пройти группу, назовем Bloodstained. И мы с вами победили в прошлой серии босса. И теперь у нас есть с вами двойной прыжок. Также мы нашли библиотекаря. Если не ошибаюсь, это челик из... Вот, это он. Наверху, который. Вот у него есть предмет. Блин, а куда мне теперь можно двойным прыжком попасть? По сути, много куда. Ладно. Кстати, там быстрое перемещение есть. А здесь у нас еще есть. Да, урон очень сильно увеличился. Не, ну все-таки, знаете, на самом деле это очень хороший предмет. А, мне туда все равно не забраться. Типа я могу пойти телепорт взять. Давайте сейчас сюда пройдем. Я узнаю, что точно что здесь еще есть у нас. То я хотя бы сюда иду. Я вот здесь, да, нахожусь? Или где? Ой, вот он я. И тут наверх есть проход. Если там есть он. Я думаю, что должен быть. И там где еще книги у нас. Да, это оно. Это оно. Что сразу? Давайте сюда заберу глаза. А это шлем молота. Шлем молота. Еще шлем. Новый уровень. Ха-ха. А гаргулья. Амфир. Так, снаряжение стоять. Архивы демона. Так, новая ляхушка. Ядовитая жаба. Амфибия. Выделяющая кожа и смертельно опасный яд. Короче, до нее прикасаться лучше не надо. Эльфредос. Демон бог... Так, богато украшенный пышными перьями. А, точно, я шмаску получил стоять. Ого, нихера мне шлема с него выпало. Корона из перьев. Аксессуар для волос с пышным оперением. А, это отражение, то есть сопротивление даже. Ну, я лучше ее одену. Типа, минус телосложение. Может, типа, это плюс скорость передвижения? Передвижение стоять. Да нет, бегать одинаково.
то здесь не открыть, да? Типа, чтоб наверх не идти долго постоянно. Да, сюда можно попасть. Сюда мне не попасть. И так не узнай, да, где что. И сюда тоже не попасть. А что у меня с ХП? А где мои ХП, слышите? Я прикола не ловил. Это вообще не прикольно. Где ХП моя? Смех. Но. Хе-хе. Я смехнул. Смехной. На самом деле, выбирай. Че, куда я иду? Почему ты не умеешь бегать? Он не умеет бегать, и все. А я не знаю, что, какие для нее передвижения лучше. Мне сейчас нужно наверх. Удачок. Вампир. Призыв, да? Призыв насекомого. Насекомый это вообще вперед. Хорошо. Я рили, не понимаю, куда делать мою ХП все. Меня ж никто не коцал. Думаю, из-за чего это может быть? Ну, без понятия. Там кого дамажит, а это мой питомец дамажит. Слабость. Приятель, как мне к тебе попасть? Так, максимум маны. GG. Как к нему попасть? Там максимум. Я же себя не знаю, как туда попасть. Ну так вот. Там плюс ХП. Плюс ХП. Уже 600. Ну что-то выпало. Противоядие. Я понял, вы травить можете. И это на самом деле не очень хорошая новость для меня. Это вообще не хорошая новость.
сундук. Я пойдем за сундуком. Это там, где я прыгал по деталям. Мне кажется, там в сундуке будет что-то либо броня, либо еще одно хорошее оружие. Вот это серьезно, очень прикольный меч. Благодаря ему мне даже до врагов сильно не нужно подходить. Единственный минус, нюанс данного предмета, это его стиль атаки. Ну типа да, он метает, но я тогда становлюсь вообще безоружным. Тила Карно. Большой меч, чей внутренний... Так, паровой двигатель добавляет невероятную силу в каждом взмахе. Сколько? Да ладно. А ну-ка. Ну, смотрите, в принципе... Сказать, что меч дерево... Я бы не сказал. Он жесткий. Короче, буду продавать, наверное, то, что мне не нужно. Умру. Слишком много летающих тварей. Слишком много. Максимум один. Давай сначала все-таки сюда схожу. Телепорт, хорошо. Давай, наверное, сразу телепортнемся в город. А для чего? Для того, чтобы посмотреть, как там и картофель. Что там по заданиям. И как раз попродаем, поразбираем наши орудия. Нужное. Или продать, или разобрать. Не знаю. Продать лучше или разобрать? Давай сначала посмотрим, что у тебя нового. Got any tug? Here's what I've turned up. Да, есть. Good. Отомщение. Робочист. Пастора. Подруга кузины. Бой скорости. Help kill those. Here's what I've turned. Help kill those. Давай, давай, давай. Here's help my kill. Убей, убей, убей. Так, теперь ты. I finished the. Давай кукурузку. Sure. Что-то и нужно. Крылья летучие мыши нужны были, да? То, чего у меня нету. А что та просила похавать? Короче, картошка фри. Oh, narrow... А, вообще-то, да, Лангус так прислал вообще-то об этом. Уже там в зале экспериментов еще демонов, что устроили сквозь узкие отверстия. Так, устремляется, значит. Такого
Пойди поймай. Даже у самых опасных существ есть слабость. Ты ее найдешь, если что-нибудь от меня нужно. Купить. А, так тут максимум количества есть. Ясно. What are you looking to sell? По сути, я могу просто продать мечи. Thank you. Окей, пойдем. В принципе, можно и разобрать предметы, но, блин, мне нужен специальный там предмет. Точно. Осколки. Где? Химическая добыча. I haven't seen you in a... So, what'll it be? Давай приготовим что-нибудь. А у нас ничего нема. Усиление осколков. Крыло феи нужно. Размягчитель, слушайте, можно... Хотя... Мастер меча... Быстрый... Так, атаки кинжалами, рапирами. Но палец... Мне нужно вот это. А что здесь еще есть? Монтраж. У меня способность какая? Подожди, у меня синяя способность. Или нет? Какая мне способность? Сейчас. О, Мириан, ты часто говорила о своих убийствах Джибеля. Но никогда не рассказываешь толком, правда? Да, ты когда-нибудь расскажешь мне все целиком? Что ж, эксперименты лишили меня чувства, что я человек, только боль от кристалла постоянно напоминает об этом. В какой-то момент я потеряла всякую волю в жизни. Мы же были поссорились из-за какой-то ерунды, и я закричала. Сколько ты еще будешь делать вид, что ты человек? Мы же чудовища. Никогда не забуду, что это... Так, что он мне ответил. Если мы так жаждем демонической силы, то мы чудовища. Но если нас заставляет ее принять, то сила не делает нас хорошими или плохими. Это решаем мы сами. Свобода выбора — вот что делает нас людьми. Он меня спас. И снова почувствовал себя человеком. И тогда мы дали обещание остановить друг друга, если когда-нибудь не сможем выбирать сами. Извини, это долгая история. Нет, я рад, что я спросил. И что ты решила рассказать? Да, конечно. Так, мне нужно посмотреть, какой на мне вообще кристалл одетый. Горячие клавиши. Не знаю, чем дает... Просто выключу. Так, иногда чистый предмет получает при создании. Это фиолетовый, да? Staying up. What are we transmuting this time? Это фиолетовый. Вот, мне нужно вот это улучшить. Увеличивает зону поражения. I'll go with this. Да. Ooh, I like it. Мясорубка еретика. I'll go with this. I'll go with this. Да, я буду улучшать до максималки. I'll go with this. Все, улучшил до максималки. Так, назад. Создать. Почему я могу создать? Алло, why? Why? Размягчитель. Давайте что по одежде. Или хотя разобрать. О, теперь у меня их 6.
сколько мне нужно. 10, да. Я 6 как раз. I'll go with this. Пускай будет эта монета у меня. А, если создавать, тогда... Кажется, только оружие, да, создается. Стоп, э. Создается пылящее поле. Производит глыбу льда и бросит ее на врага. Мастерство большого меча повышает урон от двуручных мечей. Позволяет вам прыгать... А, выше обычного. Ух ты, это я хочу. Повышает урон от катаны. Зелье. Короче, только мечи, да, я могу брать. Серьезно? Мясоруб. Ингредиенты. А, ну теперь мне только нужно 16-битное, найс. Сколько урона? Меч Эйо. Короче, я вас понял. Где-то мне кто-то обманывает. Меч, она мы при... Так, его сила ослабла. А есть еще оружие с кованой душой очищения, которое я могу метать. Меч и... Давай я это возьму. I'll go with this. Греть меч ее. Stop back often. Заходи почаще. Хорошо. Снаряжение, мечи. Меч ее. Are you eating? What are we transmuting this time? Come back anytime. Хорошо, хорошо. Слушайте, а меч быстрый. Он быстрый. То есть там плюс 2 урона, да? Ну, летающий меч, он поприкольнее, типа. Подожди. Ни хрена. Махинка. Ланатин огромный. Теперь я точно не промахнусь. Он просто будет разносить все в хлам. Так, продам. Really? Серьезно? Ну тогда снова она. Может, это он меня избегает? Wait, подожди, ты так me. И не сказал мне. Sorry, прости, Мириам. Да, в порядке, я уже привыкла. А чем человек талантливее, тем он сложнее. So, чем я могу помочь? Мне нужно. Hello. Продать. Или пускай будет, я не знаю. Типа зачем? Хотя, не пускай будет. Потому что я могу что продать, это лишние шлемы. 6 штук. Is this right? Thank you. Куда деньги делись? Назад. What are you looking to buy? А ингредиенты можно тоже покупать, в принципе. Почему нет? Как будет. Is this right? Any thanks? Да. Thank you. Так, окей. Теперь мы идем ее за телепорт. Ну, на самом деле, это очень хорошо, что я прокачал твою пилу. Потом будем изучать, когда я что-то еще какие-то способности дополучу. Так,
Мне нужно сюда, да? Сюда. А что, она с той стороны? Я не помню. Постараюсь. Идем сюда. Мне нужно вспомнить, куда я вообще шел, зачем. Если здесь картина, значит, это то место, которое мне нужно. А, я ж про тебя еще не прочел. А, сейчас картину уничтожим. Архивы. А, демоны. Щитовик. Защитник замка, его щит один из лучших во всем мире демонов. Понятно, тихо. 10. Да, это плюс 10. Особые пули. Рецепт. Нет. Потом наверх поедем. Пожалуйста, только не говорите, что лифт пропадет. Я вообще должен был сюда не идти. Не, лифт остался. Отлично. Погнали. Это история. У меня получилось, я призвал хоть и небольшого, но все же демона. Я думал, что хватаюсь за соломинки, когда использовал кристалл как проводник. Но какая мощь! Даже мой маленький демон чуть не разорил гильдию, пока я его не уничтожил. А если призвать сюда целую армию? От этой мысли мороз по коже. Из побежденной нами демонов появился красный кристалл. Я буду называть его осколком. Чтобы отличить от белого кристалла, она... О, так... Но оба они странные и притягивательные. Кристалл своего рода магнетические притяжения тянет к тебе осколок. Себе осколок. Словно он может впитать демоническую силу осколка. И как мне сделать так больше кристаллов? Не знаю. Эфир. А, мне сразу 3 камня дали. Стой, а давай я попробую из снаряжения взять, короче, оружие, вот этот меч. Нет, ладно. Типа, меч хороший? Ну, нет. Так, что здесь у нас? Бундук. Все. Окей. Окей. Просто сундук. Опа, мне перо выпало, привет. Перо это очень хорошо. Большое зелье кила. Тихо, тихо, тихо. Ну ладно.
принципе, ладно. Стал новый какой-то. А, тэпс оценили. Так, бейте по врагу молнии, что попадает по ним, где они бы не прятались. Ништяк. У нас три прохода. Это новые атаки. А, шлем молот. Бросайте вперед и так. Обрушивайте лезвие все во врага. Давайте сначала влево, потом пойдем вправо и вниз. Нужно сохранение найти. Это сокращение пути. Ага. Вот сокращение пути. Что тут у нас? Как раз сохранение. А, давайте, короче, на этом, я думаю, закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.